Я сразу могу сказать откровенно и честно, что это просто происки наших конкурентов, не более того, так как мы в лице всех наших коллег и в лице нашей общей компании, мы стараемся работать очень продуктивно, активно. Да, бывают различные кризисные ситуации, это, ну, понятное дело, сфера ЖКХ, это она не такая простая, вот, но мы стараемся реагировать, мы вопросы решаем по мере их поступления. По словам Бориса Сергеевича, сейчас компания поднимается на более высокий уровень и начинает работу на территории Ростовской области. Многим людям, и в том числе и нашим конкурентам, это не нравится. Я не буду говорить именно, с какого города идут данные слухи, но они есть. Поэтому хочу убедить всех наших лицов о том, что все спокойно, не переживайте, мы работаем стабильно, мы для вас всегда открыты, никаких вопросов по этому поводу ни у кого возникать не должно. В действительности никаких предпосылок к тревожащим собственников слухам нет. Планомерно выполняются работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. В штатном режиме действует аварийно-диспетчерская служба. По словам старшей по дому номер 86 по проспекту Зои Космодемьянской Елены Семенютенко, собственники вполне довольны сотрудничеством с управляющей компанией «Петровская». Они четко реагируют на все звонки. Были проблемы с отоплением, были проблемы с канализацией. Буквально в течение получаса-часа они выезжали и все исправляли. Скажите, пожалуйста, планируются ли какие-то шаги по развитию компании? Да, естественно, конечно, мы сейчас очень активно этим занимаемся, вот, но при этом не хотим идти вперед паровоза, но все тонкости, касающиеся именно развития, я не хочу раскрывать в связи с данной конкуренцией, вот, и тем более, зачем нам загадывать, правильно? Поживем, увидим. Мы своей компанией довольны и надеемся и дальше сотрудничать с ними. И вот, пользуясь моментом, хочу поздравить всех работников компании «Петровский» с наступающим Новым годом. Всего хорошего им, здоровья, счастья, процветания, благосостояния, и чтобы они о нас не забывали и также помогали нам во всех наших проблемах, поскорее с ними разобраться. Уважаемые собственники, управляющие компании «Комета» и «Петровская», а также все остальные жители города Азова, я искренне от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам в этом новом году счастья, благополучия, успехов, здоровья вам и вашим близким, чтобы вы никогда не унывали. Город Азов – наш любимый город. Он является нашим одним общим домом. Поэтому я предлагаю нам всем объединиться для того, чтобы сообща решать наши общие проблемы для улучшения нашего города и поддержания его в достойном состоянии. Еще раз с наступающим Новым годом, дорогие друзья! Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.